Сегодня говорим про то, как профилактировать онкологию и что можно добавить для усиления, собственно говоря, защитных сил организма. Онкология не, собственно, лечение, но я говорю, что профилактика, она должна быть, и многие не понимают, что нужно это делать заранее. Во-первых, БАД при онкологии это уже история отдельная, но обращались с профилактикой. Якобы в семье есть в анамнезе онкология, можно ли заранее что-то делать? Ну, во-первых, заранее всегда нужно думать, если, например, даже у вас есть там родственник с диабетом, то, соответственно, вы должны думать о питании. Также и об этом. Соответственно, здесь я подключаю индол-3-карбинол обычно. Обычно подключаю подарку, сок нони. Все то, что ингибирует раковые клетки. И даю протеазу, даю гепатопротекторы, защита печени. Очень часто работаю с внутренним моментом, который не дает вам чувствовать себя дискомфортно. Соответственно, могу сказать, что грипайн с протекторами это прям классная вещь, которая работает с мембранами клеток и укрепляет стенки кровеносных сосудов и, соответственно, укрепляет органеллы клеток. То есть там очень-очень много всяких защитных сил, которые влияют на все эти моменты. Соответственно, для того, чтобы поддержать человека, очень важно работать с воспалением и со всеми средами. То есть мы говорим с вами о лимфе, о кишечнике, о печени, о всем вместе.